Міський голова Вадим Лях скликав прес-конференцію та звернувся до місцевих депутатів та підприємців з проханням взяти участь у благодійній акції. Днями мер дав обіцянку, що спробує допомогти з придбанням газових плит мешканцям відновлених квартир у будинку на вулиці Бульварній, 4. Процедура на провести, то есть там небольшие деньги необходимые, и, в общем-то, это не есть проблема для бюджета. Но процедурно они заложены в бюджете, нужно изменение сессии, программы и так далее, то есть это затянется на 2 месяца. Поэтому другого варианта, как купить одну плиту многодетной семье, маме с 3 детьми, я купил за свои средства, и обращаюсь, чтобы такую вот акцию, может быть, помощи провели предприниматели, депутатский корпус. На самом деле, там небольшие деньги, от 3 до 4 тысяч стоит газовая плита. За даними голови, допомоги потребують 6 сімей. Тож усі бажаючі у виконкомі можуть отримати їх телефони та запропонувати свою допомогу. Окрім того, міський голова закликав мешканців інших ОСББ взяти участь у програмі енергоефективності, аби зробити свої будинки схожими на відновлений під'їзд на Бульварній, 4. Для цього скористатися програмою, яку пропонує Ощадбанк. Де жителям ОСББ предлагається виділення кредитів, особенно в тех ОСМД, в которых есть достаточное количество жителей, которые получают субсидию, там еще дополнительные льготы включаются. То есть смысл в чем? Если коротко, то утепление дома, установка пластиковых окон для жителей ОСМД обойдется увеличением в оплаты, скажем так, на 22 копейки на квадратный метр. Да? Банк выделяет деньги, проводятся работы, они в течение 5-6 лет, насколько будет кредитная программа, в оплату включается 22 копейки за метр. Ну, там разные расчеты, все зависит от того, то ли это только окна, то ли это, ну, то ли это крыша, то есть от уровня, конечно же, проводимых работ. Окрім того, керівництво міста розгляне можливість виділення грошей з міського бюджету на пілотні проекти. Мы со своей стороны пишем программу, мы со своей стороны еще дополнительно можем от себя, к примеру, процентную ставку компенсировать. То есть, скажем так, понятно, что если программа разовьется очень бурно, да, там, допустим, будет уже сложнее это все делать, но для пилотных проектов, для того, чтобы привлечь людей участвовать в этих программах, мы со стороны тоже будем выделять деньги из городского бюджета, чтобы проценты погашать по этим программам. Наостанок голова повідомив, що суд не задовольний позов міської ради щодо відміни підвищення тарифу на придбану воду у підприємстві «Вода Донбасу», а разом з тим не зменшиться тариф на воду і для населення. Суд відказав нам в нашому іскі. Что делать дальше, мы сейчас будем принимать решение, буквально сегодня. Значит, по воде Донбасса ситуация сложная, в принципе, если так коротко, то, наверное, вода Донбасса находится в таком же положении, как и наш водоканал, плачевно, да, мы понимаем, что не выделяются средства, мы плохо платим им, соответственно, у них ситуация не улучшается, а воду они поставляют, поэтому они всеми способами, законными, возможными, которые у них есть, пытаются таким способом, ну, какую-то привлечь трудовой дисциплине.